добрый день! Я роял-мастер из России Ирина Курбангалиева. В силе имеет жизненный сценарий, поднимите, пожалуйста, чтобы мы видели. Ручки у всех есть? Что-то взял такой неактивный. Давайте поднимем все дружно. Будем учиться заполнять жизненный сценарий. Это очень важно. Молодцы. Создавать видение. Некоторые люди говорят, что такое видение? Давайте посмотрим на этот красивый зал. Он всем нравится? А это было чьей-то мечтой? Это была чья-то мечта создать такой красивый зал, чтобы мы в нем сидели. Стул, на котором мы сидим, это чья-то мечта? Одежда, в которую мы одеты, это чья-то мечта? А то бы ходили раздетыми. Все, что есть на свете, это было чьей-то мечтой. Согласитесь? И нам нужно видеть конечный результат нашей работы. Мы пришли заниматься бизнесом, мы должны видеть конечный результат, к чему мы идем. И что мы должны увидеть? Вот в России, допустим, да, я сейчас расскажу о двух таких компаниях известных, LG, Samsung. Есть у вас в Казахстане? У нас в России, допустим, практически в каждом доме есть LG и Samsung. Вот у кого нет у вас в Казахстане? Может, у вас Казахстан не пользуется этими фирмами? У всех есть? Какая-то единица, либо холодильник, либо телевизор, либо пылесос и так далее. Atomy бренд – это новый нераскрученный бренд, и его сегодня нет в каждом доме. Мы можем сделать так, чтобы Atomy было в каждом доме. А почему? Потому что зубки чистят все, голову моют все и так далее. То есть товары повседневного спроса. И мы можем достичь того, чтобы Atomy было в каждом доме. Люди с малым достатком могут пользоваться Atomy? Могут. А почему? Потому что премиальный продукт доступен для каждого человека, который экономит бюджет семьи. Соответственно, если люди с малым достатком, они пользуются этим продуктом, то люди со средним достатком, они будут, соответственно, пользоваться, да? Люди, которые богаты, они могут пользоваться Atomy, будут ли они им пользоваться? А почему они будут пользоваться? Такой зал активный сегодня, молодцы! Люди будут с большим достатком пользоваться Atomy только потому, что это продукт премиальный. Они покупают идентичные бренды, которые в 5-10 раз дороже. Но это же экономит бюджет семьи, правильно? Богатые тоже умеют считать деньги. Поэтому Atomy может быть в каждом доме. Когда мы продвигаем Atomy, когда я начала продвигать Atomy, я становлю не только бренд популярным, я и сама становлюсь популярной. Хотела вам похвастаться. Тогда я создаю свой личный бренд. Сегодня многие СМИ печатают обо мне статьи. Как российские, так и зарубежные. Что такое Atomy? Atomy – это бренд. Новый бренд, неизвестный бренд, нераскрученный бренд. О нем еще не знает каждый. И сегодня я хотела бы привести статистику Казахстана, сколько у нас населения. Население Казахстана 20 миллионов человек. Зарегистрировано на сегодняшний день количество участников 206 тысяч человек. Вы понимаете, какая статистика? 19 миллионов 800 тысяч человек ждут вас. Ну вы же активно участвуете, потому что говорите, что вы можете сделать так, чтобы Atomy в Казахстане было в каждом доме. И не только в Казахстане, по всему миру.
И я хочу сказать о глобальном маркетплейсе. Глобальный маркетплейс – это Atomy as a Mall. Площадка мировых известных брендов. Я никогда не думала о том, что я буду сотрудничать, простой человек, простая домохозяйка или простой рабочий, он может сотрудничать с мировыми гигантами. Где такое видано? Вы когда-нибудь представляли такое? Нет, конечно. И я не представляла. Но мы должны достичь уровня продаж мировых известных маркетплейсов. Вот чего мы должны достичь. Уровня продаж мировых маркетплейсов. Мы должны стать лидером. Конечный результат. Я должен стать лидером мировых продаж. Так с чего же начать? Вам интересно? Так вот, начинаем в первую очередь с себя. Начинаем рисовать жизненный сценарий. Учимся его рисовать. Я не умела его рисовать. Где-то я его найти не могу. На слайде. Я его не умела на самом деле писать, но со временем я этому научилась. И сегодня я буду рассказывать на собственном примере. Вы заполняете свой жизненный сценарий, первый жизненный сценарий кто-то из вас будет заполнять. Затем, после этого, вы подойдете к членам лидерского клуба, корейского лидерского клуба, казахского, российского, и возьмете автографы, чтобы стать лидером мировых продаж. Учимся заполнять сценарии. У нас в каждом сценарии есть 10-бальная шкала. Видите? Полоски и идут маленькие штрихи. Я их пронумеровала, но там они не пронумерованы. И мы начинаем с себя. Начинаем в первую очередь со своего здоровья. Да? Кто-то со здоровья, кто-то с семьи. Вот я начала писать... С конца я все книги читаю с конца, все делаю с конца. И я начала писать здоровье. Я здоровье ставлю на пятерочку, оцениваю на пятерочку, потому что вроде бы как я чувствую себя хорошо, но мой вес мне вот катастрофически мешает. И поэтому я пишу, до конца года мне нужно сбросить вес на 20 килограмм. Ох, и сложная эта работа, но придется потрудиться. Поставили точечку здоровья. Если у вас все замечательно, если вы стройные, красивые, здоровые, вы можете поставить и на десяточку. Но главное, делайте все грамотно и правильно. Далее духовный рост. Да, я духовно подпитана, все, но что-то вот мне еще не хватает. И во многих выступлениях я говорю о том, что я хочу построить часовню. Поэтому мой духовный рост, он недостаточно еще вырос, его еще нужно дорастить, и поэтому я его поставлю на восьмерочку. Но не дотягиваю я еще до 10-бальной шкалы, не дотягиваю духовно. Семья. Семья. Так как моя мама занимается детьми, я решила ей помочь. И мама сегодня моя мастер шаронской розы. И до конца года я поставила планку, чтобы помочь ей стать стармастером компании Atomy. Ну, у нас такой обмен. Она помогает мне с детьми, я помогаю ей в бизнесе. То есть все взаимосвязано. И поэтому я ставлю на восьмерочку. Потому что она уже вот-вот к концу года станет стармастером. Восьмерочка, дом. Да, у меня есть квартира на Дальнем Востоке. Была ипотека, я закрыла ипотеку благодаря Atomy и купила дом в Краснодарском крае. Но 50% ремонта сделано, а 50% ремонта не сделано.
И осталось еще немного ипотеки доплатить. Поэтому я поставлю дом на восьмерочку. Авто. Авто я тоже поставлю на восьмерочке. А знаете почему? Потому что мне в этом году, ну, постараться надо достичь уровня краун-мастера. Ну, я не знаю, получится или нет, но прописала такую я цель. А при уровне достижения краун-мастера есть автомобиль стоимостью на российские рубли 3 миллиона 400 тысяч рублей. И поэтому авто я поставлю тоже на восьмерочку. Потому что два автомобиля у нас уже есть. А это просто в подарок. Путешествия. Вот в этом году я поставила планку посетить Китай. В январе месяце я посетила 4 китайских города. Посетить Гонконг в этом году и посетить Таиланд. Поэтому Китай я посетила, осталось Гонконг и Таиланд, и поэтому я ставлю на семерочку, где-то на семерочку, потому что это только мечта. Личностный рост, как раз-таки у меня в команде 20 мастеров шаронских роз и 4 стармастера. И 20 мастеров шаронских роз, двое из которых здесь находятся в зале, они в этом году, к концу года, должны стать стармастерами. Поэтому, если они становятся стармастерами, соответственно, мой уровень повышается, и я становлюсь краун-мастером. Но поставлю я на семерочку. Бизнес, деньги должны работать. И я решила купить себе гостиницу. А гостиница для чего? Для того, чтобы мои партнеры приезжали. Не я к ним теперь выезжала, а они ко мне приезжали. Я им устраивала отдых семейный, туры устраивала и так далее. И тут же они проходили мои тренинги. И, значит, мне нужна гостиница. Я эту гостиницу присмотрела в Адыгее, но уже собиралась ее приобретать, но документы оказались не в порядке у продавца. Поэтому я отказалась, буквально вот дней 10 назад я приехала оттуда, и я отказалась от этой покупки, но все-таки мечта у меня пока это остается, и на следующий год она будет записана в новый жизненный сценарий. И поэтому покупку гостиницы я поставлю на ноль, потому что она упала сейчас на ноль. Если бы она была мечта, она бы хотя бы стала на двоечку, да, то я ее опускаю совсем на ноль. А теперь давайте все свои точечки соединим. И что у нас получится? Давайте соединяйте все дружно свои точечки. Те, которые вы поставили отметочки. Вот такое колесо баланса у меня получилось. Вот такой жизненный сценарий, неполноценная жизнь. Несбалансированная жизнь. Сбалансированная жизнь получается, когда у вас стоят либо все на девяточках, и у вас получается круглое колесо, либо это стоит на семерочке, у вас стоит круглое колесо, и вам нужно подтянуть, либо это стоит на десятке, вы исключительно человек достижений. И вот когда вы достигнете уровня десяточки, потому что на следующий год вы снова будете переписывать этот жизненный сценарий, и ваши уже точечки будут меняться на другую шкалу. И тогда у вас будет сбалансированная жизнь. А теперь поднимите руку, у кого ломаное колесо. Прям ломаное есть? Есть, да? Есть. Пожалуйста, в конце мероприятия подойдите к лидерскому клубу, поставьте себе автографы, потому что на жизненном сценарии, на своем первом, у меня стоят автографы Империал клуба и Краун клуба.
Идите к своей цели, идите к конечному результату. Что вы хотите? Я хочу попасть в Imperial Club. Я хочу быть с империалами. Я хочу стать императрицей или императором. Я хочу стать лидером продаж в области продвижения бренда Atomy, мировым лидером продаж. Фантастика. Мечтайте. Мечтайте смело. Если у вас есть мечта, действуйте. До скорых встреч!